Привет всем, ребята! Сейчас будет довольно-таки важное объявление. Прислушавшись к советам Эдуарда, к его мудрым советам, а также хорошенько подумав, я тоже решил сконцентрироваться на том, что мне интересно больше всего. И больше всего меня интересует иммиграция в Австралию. Поэтому этот канал будет именно об иммиграции в Австралию и об иммиграционных вопросах. По настроению, может быть, раз в месяц я буду выкладывать видео о своих рассуждениях об Австралии или какие-то другие видео, не относящиеся к иммиграции. Как вы знаете, я действительно делал этот канал об Австралии. С разных сторон показываю эту страну, говоря о ее плюсах и минусах, сравнивая ее с Россией, говоря о плюсах и минусах России. Но за последнее время в комментариях я получаю очень, просто гигантское количество число негативных комментариев с разных сторон. То есть фанаты России говорят, что я не люблю Россию, убирайся из России, если я ее хоть как-то конструктивно критикую. Фанаты Австралии, которые говорят, мы здесь 27 лет, уезжай из нашей страны, говорят, убирайся из Австралии, потому что я имею право критиковать эту страну по существу и по делу. Поэтому мне, в принципе, эти все комментарии надоели. Как Владимир Владимирович Путин, я буду очень жестко действовать на своем канале, и все такие комментарии будут теперь пресекаться и пользователи блокироваться. Раньше я таким пользователям пытался отвечать и пытался вести с ними конструктивный, нормальный диалог, но, как показала практика, этот диалог с ними совершенно не проходит. Поэтому лучше все-таки быстро заблокировать пользователя и не иметь проблем с этим. Также я стал замечать, что вот эти ответы этим всем непонятным пользователям занимают у меня очень много времени. Отнимают время от моей профессиональной деятельности, отнимают время от того, также, чем я хочу заниматься и занимаюсь, преподаванием, от написания статей. Я написал, как вы уже знаете, статью об отношениях России и Австралии, она уже опубликована в России. Сейчас я уже несколько месяцев пишу статью, еще одну, и никак не могу ее закончить, потому что я постоянно отвлекаюсь. Друзья мои высказывают недовольство, что я с ними не могу проводить время на выходных, потому что я записываю видео и, в принципе, занят. Поэтому все-таки, как я уже сказал, я сконцентрируюсь на вопросах иммиграции. Если вам интересна иммиграция в Австралию, то, пожалуйста, конечно, подписывайтесь на канал. И повторюсь еще раз, может быть, раз в месяц, в зависимости, по моему желанию, я буду записывать видео старое, или если я куда-то пойду, поеду, покажу вам что-то интересное из Австралии. Поэтому подписывайтесь на канал, будет очень жесткая цензура, я сразу вам говорю, всякие неадекватные сразу будут отправляться в бан. Все поклонники Путина, или все фанаты России, или все ватники, или все фанаты Австралии, или хейтеры Австралии, которые мне будут доказывать свою точку зрения, также будут отправляться в бан. Как вы знаете, мой канал — это адекватное мнение, хотя я не претендую на истину последней инстанции. И все говорят, что я должен защищать какое-то одно мнение, допустим, упираться рогом в одно мнение, в это или в другое. Я так не буду делать. Я всегда говорю правду, какой бы она ни была больной для одной стороны или для другой. Поэтому я считаю, что вы должны как раз именно знать правду. Поэтому до встречи на канале об иммиграции в Австралию, и поехали!